Итак, в настоящем рассмотрим тахометр модели TC811B. Начнем с комплектации. Три светоотражающие вот полоски самоклеющиеся. Гарантийный талон. Руководство пользователя, технические характеристики и сам тахометр. Насадка для контактных измерений, вот адаптер. Это для измерения линейной скорости, вот насадочка такая. Для измерения контактным методом скорости вращения, вот пластиковая насадка на адаптер и несколько в разных размерах вот таких резиновых вот компонентов или элементов, как их назвать, да? Вот. Это такой комплект. Вот в ключике два винтика для фиксации вот этого адаптера к тахометру. Ну, здесь один винтик, соответственно, значит, один запасной. Рассмотрим подробнее функционал и остановимся на особенностях этого тахометра. Итак, сам тахометр. Вот, достаточно классический конструктив. Питание осуществляется от батарей типа 2А, полторавольтовых. Либо можно использовать источник внешнего питания, вот есть разъем соответствующий. На передней панели расположен кнопка Memory. Вот, можно вызвать максимальное значение, например, измеренных оборотов. И выбор режима измерений. Это бесконтактный метод, контактный метод измерения оборотов и измерение линейной скорости, ну, как я показывал, с вот этой насадочкой, да? Теперь к особенностям самого прибора. Ну, как видите, очень большой дисплей. Тут, я не знаю, даже я могу увидеть прекрасное значение, да? Второе, это достаточно мощный лазерный целеуказатель. Очень яркий. Собственно, на что это влияет? На расстояние детектирования, заявлены до 500 мм, то есть 50 сантиметров вы можете на этом расстоянии проводить измерения. Так, что еще хотелось бы отметить? Да, дальше идут контактные измерения. Хочу отметить, это насадка. Обращаю внимание, что тахометр в режиме контактных измерений не используют, как многие тахометры, лазерный целеуказатель, вот датчик, да, используют абсолютно независимую группу датчиков. Они здесь, возможно, плохо видны, но они вот там находятся, источник инфракрасного излучения и детектор. Сам датчик представляет, как видите, вот цилиндр с разрезами. Вот, так вот, за один оборот проходит сколько там, 8 сигналов, в то время как в более упрощенном варианте, когда используется просто диск с наклеенным светоотражающим элементом, там, соответственно, всего лишь один импульс. Вот такое решение, оно немного дороже в производстве и так далее, но гораздо эффективнее. То есть с таким датчиком вы можете измерять не только большие скорости, но и достаточно малые скорости. Я завинчивать не буду. Вот. Естественно, сейчас переведу в режим измерения контактным методом. И проведу измерение. Нажму кнопку. Вот. Даже слабое вращение, видите, вот совсем-совсем слабенькие. Вот. Прибор фиксирует и показывает. Вот 16-15 оборотов в минуту. То есть вы можете легко, уверенно фиксировать
с помощью такого, не говоря уже о более высоких скоростях. Ну, сами технические характеристики представлены на сайте, я их не буду повторять. Но этот прибор, этот тахометр по исполнению, особенно по вот этому элементу для контактных измерений, мне очень понравился. То есть это плюс несомненный. Вот, собственно, и все. Вот все.